Здравствуйте, дорогие друзья! На обзоре у нас монетка 1 пенге Королевства Венгрии. Монетка изготовлена из алюминия. Вес 1,5 грамма. Диаметр 23,7 миллиметра. Толщина 1,6 миллиметра. Гурт рубчатый. Тираж 800 миллионов экземпляров. Королевский монетный двор Будапешта. На аверсе монеты мы видим малый герб Королевства Венгрии, увенчанный короной святого Стефана. Знаки, вернее символы на гербе означают полосы, реки, Дунай, Тису, Драву и Саву и двойной крест. Дизайн монеты разработал Лукаш Биран в 1920 году. До 1941 года монета выпускалась в серебре. Это период регенса вице-адмирала Миклоша Хорти, который фактически правил Венгрией. Не Карл IV, умерший в 1922 году, не его сын так и не смогли взять под контроль Венгрию. Сына звали Отто Габсбург. Цена этой монеты невелика. У меня вот она с небольшими изъянами, даже не знаю, от 70 до 100 рублей. Вот моя гораздо дешевле. Серебряные монеты в пределах 600 рублей. В идеальном гораздо дороже. Такая вот монетка. Оцените ее. Скажите, что о ней думаете. Попала она ко мне. Ну, подарили мне, короче, ее. Еще в детстве. В наших краях венгры выступали на стороне Германии. 10-я венгерская королевская армия была полностью уничтожена. Остались пленных считанные сотни. Такая вот монета. Всего вам доброго и удачи!